приколах тепло. Что расскажете про Хангин Вода? Много чего. Целая лекция двухчасовая. Если коротко, аппараты делают воду из обычной водопроводной 7 видов воды. Одна вода заходит, очищается через фильтр. Проходит внутри электролиз, камера с 7 пластинами, проходит электролиз и разделяется на две части. Положительный электрон в одну сторону, отрицательный в другую. И получается снизу течет кислотная, сверху щелочная. В чем суть этой воды? После аппарата выходит щелочная вода с 4 свойствами. Первое свойство – это pH. Вода становится, грубо говоря, из такой щелочной, это нейтральная или слабо щелочная, становится щелочной. Первое. Второе. Вода обогащается водородом. Здесь видны пузырьки, нет, не знаю. И третье. Вода обладает отрицательным ОВП, окислительно-восстановительный потенциал у воды увеличивается. Соответственно, организм быстрее работает, происходит ускорение метаболизма, быстрее доносятся питательные вещества и быстрее выводятся токсины, свободные радикалы. И четвертое свойство – вода становится микрокластерной. Чаинки – пример, как вода холодная, заваривается чай, зеленый чай. Чаинки раскрываются и дает специфический натуральный аромат без кипячения. Соответственно, это говорит о том, что микрокластерная вода быстрее усваивается и ускоряет наш метаболизм. Пейте воду, изменяйте свою жизнь, оздоравливайтесь. Пейте воду с благодарностью.